Все было. Дайте что. Маша, останьте там. Вот пошло. Чтобы было в порядке. Да? Вот такие. Я вас все сейчас завешу, повешу, чтобы все было свободно. Как только я отвешал, я стегну, чтобы все. Вот. И упали. Да? Хорошо. Так, я тебя пристегиваю. Стой, не спиливайте. Вот, все, давай, на цепочке не сдался. Весь вид, чтобы все было свободно. То муж мне постоянно ходить вот такой вот. А так будешь ходить, как Георгий. Георгий Саракадзе, да. Пришпилили тебя? Нет? Все, пришпилил. Мужик, расставься, ты пришпилил. Ага, все, пришпилили. Нет, освободись. Зажатая вся. Все, пришпилил. Молодец, только я бы еще голову опустил. Все, пришпилили. Да. Зажатая, вся зажатая. Вот другой. О! Вот сама поняла, да? Я тебе показываю железо, да? Все, пришпилили. Нет, зажатая. Все, да? Молодец, пришпилил. Нет, зажатая. Здесь все зажатая. Вот, другое, а здесь он здесь, что у тебя. Ногу освободи. Вообще вот. Ладно. Все, отшпиливаю потихоньку. Вот, сейчас хорошо. Отшпиливаю. Хорошо, все. Значит, была свободна. Нет. Ты себе думал, сейчас я освобожусь. Была зажата тебе. Так, давай подумай. Свет. Свет. Объясни. Как зовут? Арине, объясни, как это все делать. Слушай, пойду дальше, чтобы время не терять, так, чтобы все было расслаблено, потому что... Кроме ног. Вот, не ноги, не ног. Все расслаблено, все расслаблено. Вы куда растягнули? Да. Смотри, ты меня стягнули, да? Ну так, более-менее. Совершенно расслаблен, не бойся, не ударишься. Расслабленный никто никогда не умеет. Давай, попробуй. Маша уже заранее приготовилась падать. Маша, Все свободно. Точно? Ты готовила, чтобы упасть? Света? Света? Вот тебе Маша, еще Маша. Да, объясни. Маша, ну просто... Нет, ты готовился. Ты уже не обманываешь. Все, весь обмяк, все, вот тебе повесили, все. Пришпилили. О, другой. Вы видишь, у тебя ноги сразу другие стали. Лучше, ну готовился упасть. Все, упасть красиво. Даня, молодец, у тебя.